Na targach możecie też zobaczyć zupełnie kosmiczne marki. Tutaj akurat produkty tytanowe, ale nie to jest najciekawsze. Привет! Привет! Давай скажи, что у тебя можно заказать, что да. вы делаете, да, мы компания... откуда вы взяли такое седло и все. Мы компания Tritail Cosmopolita, производство полностью в Португалии. И титановые рамы, велосипеды. В основном мы ориентируемся на гревел байки и туринг. Но делаем вообще любые шоссейные маунтин байк. Полностью производство у нас в Европе. Сотрудничаем со всеми основными компаниями, которые поставляют компоненты. И, соответственно, можем собрать байк в любом бюджете. От самого минимального до очень дорогого и легкого. Вот тут, например, компоненты DEDA, элементы Италия, ZIP, SRAM. Конечно, это gravel bike. Да. Мы также делаем шоссейные, road bike. В порядке. Да, у них меньше зазоры для резины, меньше вес. Такие вот internal cable routing, внутренняя проводка. Uh-huh. Вот. Можно использовать механическую трансмиссию, можно электронную. True axle. И CNC машин, как бы flat mount brake, вот, который мы сами делаем. Вот так вот. Это уже клиентская рама. А это примерно сколько стоит такой фрейм? Такой фрейм стоит 3200 евро, фреймсет 3400 евро. В порядке. Да. Made in Portugal. У тебя можно заказать еще раму, которая custom? Будет... Да, под классические вообще тормозы. Да. Да. Иногда у нас иногда азиатские клиенты просят под rim brake. Вот, мы это умеем делать, да. Ну, хотя уже на самом деле давно не делали. Титаниум это такой фрейм для взрослых людей. Ну, в основном тебя... наши клиенты, да, от 40 лет. Да, когда у тебя уже первый кризис. Первый кризис среднего возраста, да, Ты продал мотоцикл, потому что слишком опасно, да. Но все еще хочешь острых ощущений. Итак, покупаешь титаниум. Да, и это до конца жизни. Следующий будет этот. Уже коляска, инвалидная. В порядке, большое спасибо. Спасибо большое, спасибо.